Отчуждение родителя – это абьюз. В жизни каждого родителя наступает момент, когда нужно принять решение. Подставить другую щеку или встать горой за то, во что они верят. Жертвы войны против режима. Это происходит не только с мужчинами, но и с женщинами. Матерей также отчуждают. Я жертва коррупции системы семейных законов. Чаще всего отцов, но также и матерей, унижают до посетителей, чтобы оправдать алименты. А когда назначаются алименты, штат получает федеральные средства из-за главы 4D закона о соцзащите, что было удивительно для меня, так как я заплатил ей больше 490 тысяч долларов. Отчуждение родителя – очень распространенная проблема, и создает ее семейный суд, который был придуман для помощи детям, а теперь стал бизнесом стоимостью 50 миллиардов долларов в год. Это индустрия с оборотом 50 миллиардов долларов в год. Моя дочь умерла. Никто мне не сказал. С меня продолжали удерживать алименты. Она вонзила свои ногти мне в руки. Ногти вот такой длины. Знаю, милая, грустно. Я хочу к папе. Понимаю, милая. Знаю, многие из вас проходят через то, что я прохожу прямо сейчас. Я провел в тюрьме 15 лет из-за того, что у меня не было биологического отца. Вот так. Скажете что-нибудь? Вас обвиняют в убийстве двух полицейских. Общество не позволяет мне видеться с сыном, так что кое-кто получил то, что заслужил. 85% молодежи в тюрьмах выросли с матерями-одиночками. Я не видел своего сына с ноября, потому что я не видел их 15 лет. Я не видел своих детей с декабря 2013 года. Я 2 года под домашним арестом за то, что хотел быть отцом, хотел участвовать в жизни дочери. Я под домашним арестом уже 2,5, больше 2 лет. Я не видела дочь с 12 января 2013 года. Я получаю документ суда, что я пришла в суд и отдала детей этому мужчине, который всю меня ножом истыкал. Как президент США я сделаю все возможное, чтобы разобраться с этим неравенством. В США примерно 100-150 миллионов отчужденных людей. И в результате это влияет на всех, так или иначе. И это положение должно измениться.